из вас вопрос? Не, я не отвечу. Чего? Ну, то, что мне все равно. На что? На все. Мне лишь бы мне хорошо было. Давайте с вами проведем невеличку викторину. Где запрещено продавать землю? Швейцария или Северная Корея? В Швейцарии, наверное. Конечно, в Швейцарии. И не там, не там. А, не знаю. А мне все равно, что там. Польша или Таджикистан? Польша. Там, мабуть, в Польше. Не знаю. В Таджикистане. В смысле, нашу землю туда продавать? А сейчас? Германия или Конго? Германия. Германия. Наверное, Германия. Конго. Конго. Больше все, что Конго. Не, если б купить, я в Швейцарии купил бы, естественно. Какой вообще тупой парадокс? Самая большая аграрная страна в Европе, в которой запрещено распоряжаться самым ценным, что у нее есть. Только в 5 странах, как и у нас, запрещено продавать землю. Это Венесуэла, Северная Корея, Таджикистан, Конго и Куба. Зашибись, компашка, правда? Сейчас только хорошее, только позитив, только плюсы. Итак, первый плюс – повышение аренды. Селяне, которые сдают в аренду паи, вы продолжаете это делать, потому что цена будет только увеличиваться. За счет чего? За счет того, что появится у арендаторов конкуренция. Скажите, пожалуйста, есть ли среди арендаторов конкуренция на вашу землю? Ні. Я не знаю, конкуренції немає. Та ну, щоб так. Ні, нема такого. Ні, звісно. А от якщо б був відкритий ринок землі, оренда була б дорожче, як ви думаєте? Та, мабуть, б дорожче. Так. Да. Думаю, да. То, якщо була оренда дорожче, ви б отримали більше? Звісно, більше. Звісно, да. Чим більше буде представників, яких хочуть купити або взяти в оренду, свої умови будуть пропонувати, я буду мати вибір. Следующий плюс – больше рабочих мест, потому что будет расширяться производство. За счет чего? За счет внедрения технологий. То есть мы сможем выпускать не только пшеницу, а уже из пшеницы муку, а из муки макароны. За счет этого вырастут доходы в бюджет. Но есть один маленький нюанс. Вышесказанное возможно только при наличии инвестиций. Вы спросите, почему нет инвестиций? Давайте представим, я инвестор, бизнесмен, занимаюсь землей, у меня в аренде вся земля. Я каждый рік заключаю договора, и каждый рік я думаю, чи продлять мне эти договора, чи не. И я думаю, надо что-то складывать в землю, чи не надо. Давайте представим, это как в квартире в съемной, делать ремонт. Або вызываю такси и меняю потолок на алькантару. Красота, конечно, но мне надо в чужой машине делать ремонт. А если разрешают куплять землю, представьте, это инвесторам, это бизнесменам будет уверенность в завтрашнем дне. И можно будет развиваться, можно будет строить, куплять технику, давать рабочие места и дать такой подсрачник бизнесу и дать подсрачник до небес селу. А сейчас нас, колхозников, довели до такого, что у нас осталось две дороги. Одна на Польшу собрать клубнику, а другая остаться в селе и бухать самогон. То я вам честно кажу, в Польшу я не хочу. И бухать самогон мы уже не вывозим. Теперь ход за вами. Как вы думаете, если все-таки снимут мораторий на землю, это хорошо или плохо? Это хорошо. Почему? А потому что уже кто-то будет хозяин. Кто захочет продать, то и продаст. А так, я сформирую, у меня много земли. Но я не знаю, чи вкладывать эту землю, чи завтра, або хозяин земли куда-то ее заберет, нафиг другому передаст. Либо непонятно что. Хай я куплю там один, паче два, но я знаю, что оно моє, я буду хозяйновать, я буду вкладывать на всю катушку. Так что...